Мы сейчас хотели отойти от всего немножко репертуара, абстрагироваться, сделать даже некую паузу такую в сознании музыкальном. Сыграть очень, очень старый блюз. Это такой совсем такой архив. Его причисляют критики к разным датам и годам. И авторство, наверное, до сих пор его спорно. Но, тем не менее, его такие блюзманы, как Роберт Джонсон, позже уже черные исполнители, такие как Бадди Гай, уже в британском блюзе Джон Мейл и Эрик Клэптон, эту песню популяризовали. И хотя ей уже около 80, а может и 100 лет, песня популярна, и она называется «Hoochie Coochie Man». Но мы сейчас тоже постараемся сделать это вне формата и исполнить ее наиболее вот непосредственно и с той экспрессией, которая, наверное, виделась вот тогда, стоя около 100 лет, когда ее писали. Так. Thank you.
вашего мальца. Семнадцатый его полный блок. $700. Lord, I'll be
Спасибо большое. She got the nerves to keep me out.
поблагодарить, кто сегодня с нами в этот вечер. Включая в такой небольшой, но очень эксклюзивной компании. Спасибо большое. Очень для меня сейчас приятный момент, потому что я им пользуюсь и хочу представить своих друзей. Со мной сегодня играют на бас-гитаре Сергей Шедловский. Ударные барабаны, великолепный Виктор Герчик. Thank you.
Invece di un seguito proprio. Сегодня эта песня, кстати, того же исполнителя Ричард Пейман, его больше знали как Литл Ричард. И именно он написал в 50-х песню «Тутти Фрутти». Do
Спасибо. Спасибо большое. By his body, the world was fire.
Time of magic is in the sky. In the vibes, where the sounds, where the joy, I see what you want.